Блин, за человек. Вов, мы идем смотреть медведей. Так. Сейчас мы увидим медведей. Вон медведи ждут нас. Они даже не спят. Вон иди, туда смотри. Национальный природный парк. Вот там вот живут медведи. А вот он идет, красавчик. Поздороваться с нами пришел. Хорошенький. Сказали же, нельзя кормить. Ой, как он лапкой взял. Ну, один раз не помешает. Благодарный. Головкой помахал. Наверное. Запнет лапой. Сейчас телефон съест, он тоже ешь. Покажи зубки. Зубки нам покажи. Им тут хорошо, чек жалеть. Им тут и витаминчики дают, и укольчики, и покушать. Глюкозку. Мордочку сфоткаю твоего медвежью. А он второй идет, красавчик. Мишунику. Хорошо, мне скажи. А где Ниша? Смотрите, вот Ниша. Видите, коляха торчит по земле. Это берлога, одна Ниша. 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 Надо по имени-отчеству. Он так не хочет. Как живет? Красивенький. Язычок показал. Медведи, которые снимались в фильмах. А, да? Конечно. Вот это он? Нет, нет, есть среди них. Я, к сожалению, не понимаю. Ну да, он, да. Артисты медведи. Язычком, да? Это медведь на реабилитацию. Прикольно. Сейчас он нам покажет. А ну, покажи нам. Йога-медведь. Миша. Что, Вова? Хлеб переваривает. Говорит, водки не дали, один хлебушек. Какой он классный. Посмотри, как он классный, сел так интересно, обалдеть. Да, правда. Красавчик, красавчик. Лоснился, да, вообще? Ага. Нам говорили, 220, 220. Потапыч. Позирует так, да, всем? Да все же сидит. Сказка. Вокруг снег, а тут медведь сидит. Что, давайте. Пойдем на вишню потом. Это так живут медведи. Вольерка. Чтобы люди не кормили, не подходили. Их кормят специальными кормами. Вот, табличка. Не годоваты. Мы сейчас все рыженького посмотрим. Ой, как он красиво лежит. Голову не на снег положила, а на лапку. Сказочный мишка. Слушай, у него дома тоже пространство есть, а она в город ездит.
А голову на лапку положу. Не на снег голый, да? Прикольно. Один глаз. Миша, Миш. Один у него этот один глаз больной. Видишь? Да, шерсть не больше. Да? Да, шерсть. 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 Медведь смотрит на нас, или мы на медведя? Идем смотреть других. Мишка идет навстречу. Люди фоткаются, а медведь на них смотрит. Какой медведь красивый опять. Их тут много. А в лапке ему холодно? Поднимает лапки. Мишка. Мишка, косолапый. О, видишь, он тебя услышал. Косолапый. Имя правильное дал. Парахид с тваринами заборонено. Смотрим дальше, где медведи. Внизу у них идеальный лес. Смотри, какой лес туда хороший. Они ж туда ходят, да? Красота. Вон Мишечка сидит. А здесь он уже черный. Там был бурый, да, светлый. А это такой темный-темный. Они, наверное, шкуру потом меняют. А вон еще один вдалеке. Иди, он еще хуже. Я этого сниму. Что-то ему дали кушать, смотри, я. Да это он ветку какую-то грызет. Елочку? Ой. Реабилитационный центр для бурого медведя на территории Национального природного парка Синевер. Стоял. Потапыч. Потапись, да. А вот смотрите, потап. А раніше тварина утримувалася у Харкові там, короче, хто його власне добровільно віддав. Наверное, как собачку купил. А, они выкупают на Петринку. Вот, Влад, это понял? Они потом ложатся в спячку. Там он им еды набросали. Морковки, яблочек. Это что, медведина площадка? Ага, ну тут играется. Детская площадка. Ну да, чем дальше замер, сказать, так и дальше, тем сильнее уже это дело, так и сон не чувствует. Да. Вот мы два дня назад были и... А эти чего гуляют, а эти закрытые, они плохо себя ведут? Это на карантине, недавно было. Прививают вечером, кормят. А они сами выходят туда, да? Нет, ну пока... Нет, пока раз... А, там закрыто, да? Пока привыкнут. В общем, они уже выздоровели, вы поняли, да? Да. Здорово. Пошли посмотрим ближе. Ой, дерутся. Какая интересность. Или целуются. О, представление. Так, ребята, пошли, пойдемте, ближе. Пойдем. Пошли. Это редкая вещь, надо посмотреть. Так, ты куда бьешь?
Война. Ты видел, как они его? Мирная драка, да? Это все шоу для нас. Специально подготовлено. Да? У меня тоже так все было. Странно, думаю, это моя женщина. За шею схватил. А может, это мальчик и девочка? Смотри, смотри, как они вместе стоят. Прикольно, да? Давайте здесь бегать по льду. Все, ушли. Надоели мы им. Отвернулись попой и ушли. Вдвоем рядышком. Прижались друг к дружке. О, повторение. Он такой этот, типа, все, ладно. Да. О, смотри, там какой-то цвет другой. Нет, он не белый, но бурый. Ну давай, еще чуть-чуть. Игра медведя. Да. А он рыженький к нему подходит. Сейчас он вам сделает. О, вот большие стали на лапы. Трюки интересные. Так, мы вернулись. А вон еще один идет. Вы за нами скучали, мы вернулись. А те медленные пандочки такие, ленивцы. Сейчас скинет его, смотри. Эти шкуры как тянет. За что лучше? Такие ля забавные вообще. Офигеть. Так борется, ты что, класс? Такое в зоопарке не увидишь. Нет. Тут им свобода вон какая, иди вон куда. Гуляй, назовем. А рыжий вокруг обошел. Да, не да, буду да, трогать да. его. Умный в гору не пойдет, да? Умный гору обойдет. Идите ближе, а то нам плохо видно. Идут, смотри. Послушные такие. Смотри, какие красавцы. Такие холеные, да? Да, Миша. Зубки такие нам показывают. Сказка. А там увеличить можно. О! А морды такие наглые. Маленькие эти, да. Это мое владение. Чего вы пришли сюда, да? Интересно, а этот как позирует, глазки строит. Иди к нам, иди, маленький. Сейчас цап за телефон. И съем вас. Красавчик. Ну этот красавчик. Красавчик, посмотри. Уж зубы болят. Да, он победил. Лапы здоровые, смотри какие. Все, посмотрели на меня, я пошел дальше. Второй идет. Я тоже хочу показаться поближе. И я красавчик, и чего я хуже? А что думаешь, пацан? Да, девочки так писают. А сейчас тут понюхает. Хорошие мишки, да? Ухоженные такие. А вот это какое рыженькое идет. И сторонится как-то чуть-чуть, видите? Ой, те сейчас драться будут, люди.
Это другая порода, наверное, между собой. И рычат. Зачем? Это смотри морду, как скрипит. Бежит. У них есть собственный парикмахер, да? О, сколько их много, смотри. Пришла стайка, да? Три таких. А те рычат друг на друга, посмотри. Дыбом стали. 33, да? Красивая такая шерсть. Медвежья шерсть. Теплая, наверное. Классная. А ты не слышала? Зубами так сделала. Это мы были в реабилитационном центре. Синеверском. Смотрели медведи. Ну, это я тебе скажу лучше, чем павлины, эти мавлины. Не, медведь это классно. Что это здорово. Смотрели, последний день путешествия по Карпатам мне очень понравилось. Ага. Снег был, елки были, озеро было. Лошади горячие были. Источники были. Лошади были. Потом эти... Страусы были. А корзинах мы сидели, плавились, как они называются? Чаны были. Чанах мы были. Источники были. Опрышкина были. Все очень понравилось, здорово. Всем удачи, всем пока. Приезжайте в Карпаты. Отдохнете на все 100%. Пока.